Кампания по вакцинации против ковида, которая стартовала в Кыргызстане еще 29 марта, к сожалению, проходит недостаточно активно. Не прошли ее многие, в том числе те, кто относятся к категориям граждан, рискующих заболеть с наиболее тяжелыми последствиями. К такому выводу пришли в отделе общественного здравоохранения Минздрава. Чтобы решить эту проблему, стали делать прививки не только в пунктах, но и с доставкой на дом или места работы. Таким образом, провакцинировали прямо на месте службы сотрудников Бишкек-водоканала. Мы, представители отдела Минздрава, подняли эту инициативу, пришли на предприятие, которое обеспечивает Бишкек питьевой водой. Наша главная цель – поддержать государственную политику вакцинации. Мы намерены довести число вакцинированных до 70% численности населения. Минздрав, по словам его руководства, готов организовать выездную вакцинацию в учреждениях, сотрудники которых по уважительной причине не могут посетить прививочные пункты, так как все работники общественного здравоохранения, общественного транспорта, точек общепита, домов культуры и коллективы, сообществ, которые работают в тесном сотрудничестве с населением, должны быть вакцинированы. Вот одному из сотрудников только что сделали прививку. Нас пригласили сюда, и я решил сделать. А почему в поликлинику вы не ходили? Я ходил в поликлинику, а там как раз не было привоза, ну, в поликлинике не было вакцины. Ну, я больше не пошел, а пришел сюда. Вместе со многими своими подчиненными начальник службы водоснабжения этого предприятия привился вакциной «Спутник Лайт». Я так думаю, самочувствие хорошее. Советую всем, чтобы прививались. Ну, в целях личной безопасности. Как поясняет он, здесь работают около полусотни сотрудников. Если их не привить, они будут потенциальным источником распространения коронавируса на стратегически важном объекте. Там, откуда идет подача воды, более чем миллиону горожан. Именно самой службе горводопровода где-то в пределах 470-480 человек работает. Ну, я так думаю, прививаться надо, так как мы однозначно работаем с населением, и контакт у нас неизбежен. Сейчас доступны вакцины разного производства. Это «Спутник Лайт», «Файзер», «Синофарм», «Астрозенека» и «Казвак». В скором времени в Кыргызстан должна поступить партия препарата «Модерна» по линии «Ковакс». Минздрав призывает руководителей государственных и частных предприятий активно участвовать в вакцинации своих сотрудников от ковида на местах, подчеркивая, что эта мера предотвратит временную нехватку кадров. С вопросами, связанными с организацией выездных прививок, можно позвонить по номерам 0312-624-439, 0707-941-827, 0551-157-117. Андрей Токомбаев, Урмат Мамбиталиев, Пятый канал.